Знакомьтесь, это опытный турист Владимир Богдан, объехавший на мотоцикле всю Беларусь. А это Надежда Тимофеева, которая только начинает путешествовать. Ведущие отправляются в путь в поисках интересных мест и красивых кадров. Кто из них лучший путешественник, решаете вы. А мы начинаем наш большой селфи-тур. Пора подвести итоги нашего с Вовой селфи-соревнования. Все Вовины старания, и фото с ружьем, и даже подводное селфи – все оказалось бессильным. Как я и ожидала, победу в этом раунде одержало мое фото с настоящим белорусским героем. Мы же движемся дальше. Чем ответишь, Вова? Пришло время сменить дислокацию. Этот тактический ход я приберег для контрудара и гарантированной победы в нашем с Надей соревновании. Я отправляюсь на остров Пелопоннес. Не стоит возмущенно гуглить, чтобы доказать, что Пелопоннес – это полуостров. Вы тоже правы. Но фактически в 19 веке таковым он быть перестал. Для того, чтобы сократить путь от Эгейского моря к Ионическому, древний правитель Нерон использовал силу рабов, которые попросту перетаскивали корабли по суше. В 19 веке греки стали умнее и, воспользовавшись 1 000 000 килограммов динамита, попросту сотворили вот это чудо – Каримский канал. Сегодня практической пользы от него нет. Современные суда сюда просто не помещаются. Так и остался он рукотворным туристическим объектом. Да, местом для любителей экстремального отдыха. Каринский канал – известное место для банджи-джампинга. Надеюсь, эти кусочки веревок, привязанные к перилам, не остатки этих самых канатов. Максимум, на что соглашусь я на такой высоте – прекрасное селфи. Я же предпочитаю отдых без риска для жизни, поэтому в отель. Калимера. Калимера, hello, welcome. This is your room. Thank you very much. Enjoy your stay. Новый отель, новые впечатления. Райские территории сети отелей Альдемар не перестают меня удивлять. В Европе обычно отели маленькие, номера тоже маленькие, но только не в Греции. Территория этого отеля просто безгранична, и для того, чтобы попасть в номер, мне без гольф-кара не обойтись. Ну и, конечно, здесь собственный пляж, уникальная программа талассотерапии, бассейн под каждым балконом. В этом месте хочется расслабиться и в полном спокойствии провести все свое греческое путешествие. Но селфи-долг и жажда новых приключений бросают меня из красоты и комфорта в самые интересные и необычные места этого региона Греции. Все это время я исследовала окрестности Минска, но пришло время наведаться и в саму столицу нашей родины. Мне кажется, этот город еще далеко не исчерпал возможности для классных селфи. Ну что же, вперед! Как же хорошо отдыхать в родном Минске, уже по традиции останавливаться в любимом отеле. Здравствуйте! Комфорт и отличное месторасположение невозможно променять ни на что. Это отличный вариант, если ваш отдых из разряда активных. Когда лежать в номере или прогуливаться в халате вдоль бассейна – не ваш вариант. И вот я уже присмотрела себе несколько отличных мест для моих туристических исследований. И, естественно, для селфи-баттла. Ради красоты греческой природы не жалко ничего. Даже сладкого и приятного сна в мягкой постели. Подняться в 4 утра стоит того, чтобы увидеть самый большой и самый красивый из Ионических островов – Кефалония.
Остров давно известен как самый живописный из греческих. Его красотой восхищается в своих письмах даже поэт Байрон, который посещал Кефалонию в 19 веке. И восхищаться есть чему. Если Крит по большей части имеет горный пейзаж, то Кефалония – это те же горы и холмы, но сплошь покрытые зеленью. Кипарисы, черные дубы и множество других растений плотно покрывают остров и создают невероятную картинку. Но главная гордость этого острова – совсем не леса. Остров Кефалония славится своими пляжами. Их здесь больше десятка. Все они очень разные и очень красивые. Песчаные и гравийные, маленькие и большие. Каждый пляж здесь полноценный туристический объект. Один из них, Миртос, и вовсе считается самым красивым во всей Греции. И, естественно, эти пляжи неоднократно получали самую престижную пляжную награду – голубой флаг. Но даже без этого видна чистота и умиротворенность этих мест. Надя, а найди мне райский уголок в Минске. Если ты думаешь, что только у тебя там буйство красок, то очень ошибаешься. Минск тоже не отстает по всем зеленым категориям. В городе можно найти множество красивейших парков, скверов и даже настоящих лесов. Один из таких огромных зеленых массивов города – это Минский ботанический сад. По ботаническому саду можно гулять часами. Все-таки 90 гектар лесов, полей и озера. Сад разделен на части – от азиатской до североамериканской. И гуляя по нему, можно совершить кругосветное путешествие. Самое главное – не заблудиться. Вот я тоже куда-то забрела. Где здесь выход? Зря я в школе не учила спортивное ориентирование. Заблудиться действительно можно. Здесь не сразу легко ориентируются даже работники. Но в то же время именно здесь можно легко познакомиться со всеми возможными видами флоры северных широт. Хотя, вообще, задача ботанического сада чисто научная. То, что сюда пускают людей, скорее бонус. И надо признать, бонус очень приятный. Гулять здесь одно удовольствие. Чего стоит огромное озеро в чаще леса? Где такое встретишь в центре огромного города? Раньше этот остров был лебединым, а сейчас его облагородили и сделали туристическим. А лебедей переселили вот на тот маленький понтонный остров. А теперь это остров четырех стихий. Странно, а скульптуры здесь всего три. Но не только белорусская природа представлена в этом саду. Экзотика тоже есть. Она находится в этой необычной пирамиде. Или, как правильно, экспозиционной оранжереи. Это значит, что тропики именно здесь. А тропиков и в Минске хватает. Мне тут очень жарко, а вот растениям, которые здесь произрастают, очень комфортно. Они хорошо растут. И посмотрите вот на эту лиану. Какая она длинная, это все одно растение. Ее периодически подрезают, конечно. Ведь если бы этого не делали, она заполонила бы здесь все. Это все благодаря тому, что в оранжерее поддерживают тропический климат, влажный и жаркий. Зато растения чувствуют себя как дома. И некоторые даже плодоносят. Получается собрать урожай папайи, манго, айвы. Настоящая Бразилия. Даже попугаи ведут себя соответствующие. Ну а орут они точно как дома. А в самом центре оранжереи настоящий пальмарий. 18 метров. Примерно такой рост у пальм. Но не только тропики представлены здесь. Есть и более близкие нам климатические зоны. Вова, я нашла для тебя знакомые пейзажи. Эти растения ведь растут и у тебя там, в Греции. Оливок, к сожалению, я не смогла здесь собрать, поэтому прошу тебя, привези мне хорошее оливковое масло. Ну вот, вспомнила про тебя, Вова, и загрустила. Подсластить бы мне жизнь. Что можешь предложить? Сладенького, говоришь? Может, греческого меда желаете? На острове Кефалония мне очень повезло. Я попал на пасеку Георгоса, на которой производят знаменитый кефалонийский мед. Пойдемте посмотрим. Hello. Вот так вот выглядят настоящие пчеловоды. Ну, один настоящий точно, второй пчеловод-любитель. Греческий мед – один из самых известных и изысканных в мире. Но где еще вы найдете сосновый, каштановый, еловый и тимьяновый мед? Кстати, последний еще и самый дорогой в мире. Наверное, потому что добывать его оказалось так сложно и так опасно. Вот честно, пройти отсюда до того улья немножко страшновато. Здесь такое жуткое жужжание. Ладно, попробуем. Так, ребята, я с миром.
Все хорошо, не кусайтесь. Большой селфи-тур. Аккуратненько, аккуратненько. Но самое страшное началось, когда мистер Георгас стал смело открывать улья и нарушать строгий порядок жизни этих не самых дружелюбных насекомых. Не думаю, что пчелы были довольны. Хотя для этого случая у мистера Георгаса есть одно оружие. То, что делает сейчас мистер Георгас, называется «обкуривать пчел». Он фактически усыпляет их бдительность для того, чтобы мы достали немножечко меда. В процессе поиска меда мы наткнулись на главную обитательницу этих желтых домиков – королеву или пчеломатку. Это самое огромное пчеловулье, но и самое безобидное. Единственная ее функция – плодиться и размножаться. А вот детишки ее не столь безобидны. Я не знаю, правильно это или нет, но по пасеке я передвигаюсь как космонавт по поверхности Луны. Очень не хочется разозлить пчел. Но эти насекомые с коллективным разумом и не думали так просто сдаваться. И, как мне показалось, они организовались, чтобы показать нам, кто здесь самый мелкий и главный. Но это была лишь моя фантазия. Мистер Георгас только что сказал, что вот то явление, которое мы с вами можем наблюдать, оно фактически удивительное и непредсказуемое. Пчелы собираются облепить оливковое дерево и остаться здесь на один или два дня, попросту на ночевку. Мне повезло. Благодаря волшебному дымку Георгаса мы все-таки выбрались из этого опасного облака. Прости, Надя, пчеловод из меня так себе, но вот жужжащее селфи легко. Страшно? А ты чего-нибудь боишься? После твоего СМС я тут призадумалась и стала перебирать возможные свои страхи. Единственное, в чем я сомневалась – страх высоты. Но уверенным быть нельзя ни в чем. Надо проверить, какой из меня икар. Оказывается, стать икаром в Беларуси очень просто. Я обратилась в Центр специальной подготовки, где обучают инкассаторов, военных, телохранителей и охранников. А еще здесь обучают пилотированию. Но я сегодня не рискну сесть за штурвал. Хотя… Нет, я сегодня просто полетаю на необычном летающем аппарате, который называется автожир. И здесь их целых три. Я буду выбирать. При довольно необычном названии такого аппарата ничего необычного в нем нет. Автожир образован от греческих слов «аутос» – «сам» и «жирос» – «круг». Этот аппарат – что-то среднее между самолетом и вертолетом, но намного проще в управлении и безопаснее. Если у него даже заглохнет мотор, автожир может спокойно спуститься на землю. Теперь понимаете хитрость моего выбора? Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здравствуйте, Надежда. Я уже готова. Немножечко боюсь. Скажите, будет ли мне страшно? Не будет страшно. Не будет? Очень, да. Очень легко, очень непринужденно. Ведите себя спокойно. Значит, если будет вдруг страшно, хорошо, вы говорите. Вы меня услышите? Конечно, услышите. Ладно, главное не выйти из кабины. Вам самое главное больше болтать, тогда будет меньше страшно. Ну, договорились, я готова. Ну, совсем, тогда, конечно, ну тогда ладно. Вперед. Иду. Тут еще так удобно, знаете, как вот в коляске какой-то, да, детской. Да, да. Руки. Наушники. Ох, а вы меня будете через них слышать, да? Да, сейчас мы проверим связь. Все, я готова. Они еще поцелуи мне присылают. От винта я полетела. Несколько минут, и страха как и не бывало. Я даже начала получать удовольствие. И настолько осмелела, что стала просить Андрея выполнить бочку. Хорошо, хоть мой пилот здраво соображал в этот момент. Приземление, прилив адреналина и смелость заговорила во мне еще громче. Раз уж есть выбор, почему бы им не воспользоваться? Друзья, мне очень понравилось. Это так здорово, это так круто. И Вова, завидуй мне, потому что у меня все получилось. И я даже готова покататься на открытом автожире. А тебе слабо? Меня уже подготовили к полету на открытом автожире. Утеплили, чтобы не продуло. Все-таки высота, пространство открытое, ветер и шлем обязателен. Я уже готова. Вова, держись. Теперь я готова отправиться в небо и при возможности потрогать облака. Ну что, друзья, я
прилетела, Вова. Завидуешь мне по-настоящему, потому что девчонки вроде бы как не летают, но я напросилась и прокатилась аж два раза. Спасибо тебе за такие задания. Итак, девушка-автожир селфи. Чтобы ты, Вова, глядя на мое довольное лицо, понял, что я бесстрашна. Но и закрепим это на аппарате для подготовки пилотов. На нем тренируют вестибулярный аппарат. Как раз для того, чтобы делать бочки. Попробую ее хотя бы на земле. А вот на таком тренажере происходит предполетная подготовка. Я хоть уже и полетала, но немножечко волнуюсь. Вы меня сильно не крутите, ладно? Господи, ё-моё, я вообще не ожидала, что так будет! Капец какой-то, мамочка моя! Ну все, надо расслабиться, наверное, да? Ой, получить как-то удовольствие от этого процесса. Но мне не страшно уже, я уже привыкла, нет, мне надо больше, хватит! Все, голова сейчас отвалится, восстанавливайте! Ну, только я чуть-чуть посижу, подождите. Вова, а ты куда пропал? Ты хоть цел после своих пчел? Улыбнись уже. Не поверишь, Надя, цел и очень даже позитивен. А как еще может быть, если вокруг сладкая греческая жизнь? Про сладкое я в прямом смысле слова. Нашел я тут еще одну удивительную вещь. Хотите узнать, что я ем? Это традиционная кефалонийская сладость. Интересно, как она делается? Пойдемте покажу. На этом острове не только природа и пляжи уникальны. Здесь есть даже своя оригинальная сладость. Называется мандала. И делают ее вот в таких небольших, почти домашних кондитерских. Как у моего нового друга Андреаса. Мандала – это миндальный орех в сахарной глазури. Бывает он нескольких видов. Вот этот, например, приготовлен с помощью меда. А вот этот красненький, который мне понравился гораздо больше, здесь использован краситель из натуральных водорослей, которые имеют, соответственно, красный цвет. So, Andreas, hello. Hello, how are you doing? Oh, yeah, I'm fine, thank you. Okay, okay. Tell me, how to cook traditional mandala? You see, mandala is almond and sugar. Okay. Мандала – это миндальный орех и сахар, больше ничего. Yes. The red one you can see is a natural color. And the brown one is with a honey. Yes. All we make it from here, from Kefalonia. Okay. Традиционное блюдо, которое готовится только в этом регионе, больше вообще нигде, ни в одном месте Греции. Да и процесс приготовления не так уж сложен. Засыпаем орехи в специальную печь, поливаем сахарным сиропом, нагреваем и потом постепенно добавляем обыкновенный сахар-песок. Нужно подождать 2-3 минуты для того, чтобы сахар, по сути, просто прилип. И потом добавить еще очередную порцию. Is it enough? It is enough, yes. Give me one little moment. Мы ждем. One more moment, okay? Мы ждем. We have to make it good. А пока мы ждем, рекламная пауза. Друзья мои, мандала – это прекрасная греческая сладость. Ну а главный ингредиент, конечно, водоросль. Именно она придает ни с чем не сравнимый вкус. Хотя, может, и не в этом главный секрет успеха. Хотел я спросить у Андреаса, в чем секрет вкуса этой восхитительной греческой сладости? Вы знаете, на самом деле ответ стоит рядом со мной. Это двое братьев, Андреас и Спиро, которые являются чудесными кондитерами. И весь секрет в их прекрасной улыбке. Смайл! Еще немного, и Греция начнет вредить моей фигуре. Пора и более активным туризмом заняться. И подальше от вредных сладостей. Очень даже кстати, на острове оказались две красивейшие пещеры. Одна из них – Драгорати, знакомого мне сталактитового вида. И в отличие от Критской пещеры, более дружелюбна к посещениям туристов. В пещере Драгорати просто невероятная акустика. Кстати, раз в год здесь собирается оркестр, настоящая публика, и пещера превращается в концертный зал.
Этот уникальный природный зал вмещает до 800 человек и идеально подходит для живых концертов, в основном классических. В свое время здесь выступал даже Лучано Паваротти. Но еще более живописна другая пещера. Кстати, она совсем рядом с Драгорати. И вся ее красота в необычном подземном озере. Невероятно красивое озеро Мелисани. Вода в нем очень прозрачная, и на глубине 39 метров видно мельчайшие камушки. Некогда у этой пещеры провалился потолок, и теперь причудливо проникающий сюда свет создал необыкновенно красивое явление – ярко-голубую воду. Красота этой пещеры – это не единственная и не первая причина, по которой я отправился в путешествие на этой лодке. Древние греки верили, что здесь обитают наикрасивейшие нимфы. Попробую найти свою. Я древним грекам верю. И все-таки найду здесь нечто прекрасное. Как минимум, селфи уже есть. Ну а ты, Надя, найди для меня что-нибудь прекрасное в Минске. Прекрасного в Минске предостаточно, но я поняла твою просьбу в значении «прекрасное искусство», причем высокое. Это самое красивое и самое известное здание архитектора Лангбарда. Сюда я пришла не просто за зрелищами, а за высоким искусством. Здание Иосифа Лангбарда уже многие десятилетия – визитные карточки белорусской столицы. Их изучают архитекторы, на них едут смотреть любители конструктивизма и ранней советской архитектуры. И Белорусский Большой театр – одна из самых известных работ. Его даже скопировали в нескольких городах Советского Союза. Но я здесь для того, чтобы выполнить задание – показать Вове что-то прекрасное в Минске. Сегодня я пришла в Большой театр для того, чтобы научиться различным театральным профессиям, погрузиться в мир закулисья и насладиться храмом искусства. А раз погружение так по полной, я не просто познакомлюсь с жизнью театра, а поучаствую в создании спектакля. С чего начинается театр, всем известно. А вот с чего спектакль, я вам покажу. С пьесы, актеров, репетиций, скажете вы. Правда. Но еще он начинается с создания декораций. Для их изготовления под самой крышей театра есть огромное помещение, где их и делают. И здесь все по-настоящему, никакой бутафории. Если скалы, так чуть ли не в реальную высоту. Если сеть, так самое настоящее. Вова, ну у тебя и задание. Плету сетку для тебя, Посейдон ты мой. Несколько часов в полном сосредоточении, и километр другой сетки готов. Это я так думала, но все оказалось намного труднее. Здесь нужна невероятная усидчивость, а это не мое, если честно. Я лучше помогу уже с готовым реквизитом. Друзья, я в первый раз в жизни нахожусь на сцене Большого театра оперы и балета, когда готовится спектакль. Видите, мне дали даже реквизит, и я иду его ставить на место. Мне доверили такую ответственную работу. Как мне нравится. Из зала этого и не поймешь, но сцена – это свой отдельный мир, причем самый настоящий. Декорации такие реалистичные. Я думала, если честно, что тут будет фанера, а тут вот прям настоящий дом, настоящая лестница и крыльцо, на котором можно посидеть и ждать настоящих героев. На самом деле, никого ждать мне не разрешили. После того, как реквизит расставили, на сцене начинается технический прогон. Проверяют все сложные механизмы, а значит, никаких посторонних, а у меня есть время и возможность сделать кое-что для себя. Вова, я знаю, что ты не давал мне такого задания, но я всю жизнь мечтала стать балериной. И сегодня попробую научиться стоять на пуантах. Это будет мастер-класс от самой настоящей балерины Людмилы Хитровой. Как-то я встала не так, как надо было, видимо, обратно. Как у вас так получилось, брата, встать? Так, а теперь немного грациозной походки. А вы не могли бы меня научить ходить, как настоящая балерина? Я всегда на вас смотрю, восхищаюсь, мне хотелось бы повторить. Это вообще возможно? Потому что стоять даже без тумка я не могу. Попробуй, никто не мешает. Давайте попробуем. За руку. Ну, так будет надежнее. Хорошо, давайте. Поднимаемся. И давайте пошагаем. О, так несложно. Поддержите меня. Да. При этом еще нужно же смотреть как-то вверх, да? Это называется, что это не модель, а балерина.
Люда, спасибо вам огромное. Вы на немножечко приблизили меня к моей мечте, но я решила, что не мое это. Ведущий быть лучше. Я пойду. Большой театр Беларуси предлагает практически весь мировой репертуар. Ну а мне время отправиться на «Царскую невесту» и приобщиться к прекрасному. Сегодня у меня был очень сложный и насыщенный день. И сейчас я хочу просто расслабиться и насладиться спектаклем, в котором я, между прочим, принимала участие. Вы же помните, я там декорации расставляла, сетку плела. Радует еще то, что я самая первая в зале. Свои лучшие селфи ведущие сделали, показали и выложили в соцсети. Теперь выбор за вами. Чьи фото понравились вам больше? Чье путешествие оказалось интереснее? Рассматривайте, выбирайте и голосуйте. Итог селфи-поединка подведем через неделю.